В Экибастузе на базе Политехнического колледжа открыт Центр поддержки молодежи. Обращаться могут жители города в возрасте до 35 лет по вопросам касательно занятости. Функционировать центр будет по принципу одного окна, то есть представители всех необходимых органов будут находиться в одном месте. Целью данного центра является поддержка молодежи категории НИТ именно в плане трудоустройства и занятости, по правовым вопросам, по финансовой грамотности. Консультирование будет идти полностью по этим направлениям с помощью приложения «Жастарга Керек». Мы здесь, в этом приложении вся имеющаяся база вакансий на сегодняшний день. Я хочу показать, как она работает. Заходим просто в камеру, где мы делаем фото. Направляем объектив. Выходит браузер «Мой Павлодар». Нажимаем на браузер, и мы уже в данном приложении. В данном приложении вы видите работа, досуг, бизнес, база знаний. Заходя на работу, вакансии, затем, как открылась вакансия, это полностью по всей Павлодарской области. Тут и города, и районы идут. Показать фильтр, выбираем город Экибастуз. И все. И тут уже все обновленные базы вакансий. Также в приложении можно получить доступ к информации о проводимых в городе кружках и спортивных секциях. Сам центр расположен на втором этаже. Прием ведет координатор Салтанат Артыкова, прошедшая специальное обучение по данному направлению. Моя работа заключается в чем? Молодой человек ко мне приходит, мы проводим с ним беседу. Все это проходит конфиденциально, то есть за закрытой дверью. В ходе беседы я узнаю, какая помощь ему нужна. То есть, может, молодой человек хочет обучиться, получить переквалификацию, может пройти где-то стажировку с дальнейшим трудоустройством. После, моя цель, моя работа, то есть это получается найти с ним контакт и после направить специалиста. В соседнем кабинете работают специалисты Центра занятости Национальной палаты предпринимателей «Атамикен» и отдела образования. У каждого из них свое направление, но задача одна – помочь молодым людям. Наши менеджеры оказывают консультацию, помощь, составляют бизнес-планы, сдают первоначальную налоговую, бухгалтерскую отчетность, статистическую отчетность, показывают, как это делать в будущем, то есть проводят небольшое обучение для того, чтобы в будущем молодой начинающий предприниматель мог самостоятельно сдавать всю финансовую отчетность. Касательно написания, создания бизнес-плана, эта работа проводится непосредственно с самим желающим, то есть все основы, все изначальные данные он предоставляет, то есть он должен показать, что он на самом деле хочет, чтобы он был вовлечен в эту работу. То есть не пришел и сказал, я хочу открыть такой-то или иной бизнес, дайте мне все данные, готовый бизнес-план. Нет, здесь эта работа должна происходить совместно. То есть он знал, к чему идет, ставил свои цели, рассчитывал на свои цели и так далее. Эту работу мы проводим. К сожалению, в этом году проект «Бастау» завершился, его не будет в этом году, поэтому обучение мы проводить не будем. И как раз открытие данного центра это положительно сыграет свою роль. На сегодняшний день молодым гражданам нашего города мы можем предложить участие в конкурсе, который сегодня объявил Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области для категории молодежи до 29 лет. Это безвозмездный государственный грант в пределах до 5 миллионов тенге. То есть молодой потенциальный предприниматель может подать заявку в информационной системе Колдау-Кизет и поучаствовать в данном конкурсе. Студенты колледжа рады нововведению и теперь знают, где получить информацию после защиты диплома. Этот центр станет одним из главных факторов поддержки вчерашних студентов. Я очень рад тому, что можно не бояться неопределенности. Ведь есть специалисты, которые подскажут и направят нас. Центр находится по адресу Машхуржусупа, 19, здание Политехнического колледжа, второй этаж. Прием ведется ежедневно с 9 до 18:30.